Сегодня стало известно о планах Моники Беллуччи и Винсана Касселя покинуть Францию. Звездная пара, по данным британской прессы, вместе с двумя детьми решила перебраться на постоянное место жительства в Бразилию. Как пояснила журналистам сама Беллуччи, в Рио-де-Жанейро ее привлекает море и особая поэзия места. Жить пара будет в роскошном доме на берегу моря, однако эксперты считают, что кинодева и ее муж испугались планов французского правительства по увеличению подоходного налога для богатых. Недавно по этой причине страну покинул актер Жерар Депардье. В январе он получил российское гражданство.